Вот он. А в это время их ели комары. Маленький дятел из дупла зовет маму покушать. Опа, вот он там у нас далеко. У меня здесь, о, вот он вылез, красавчик. Он не мог бы попозировать немного, а нас в это время комары едят. Я это в дупле. Зовет маму. Смотри, покушать. Когда он был в глубине, он часто звал, да? А когда выглядывает, так тихонечко. Еще, видимо, не летает, боится. Гудение, это оводы. Зато вокруг нас хорошо летают оводы. Любимая еда дятлов. Они жирные и сочные. Так. Ладно, дятла тут плохо видно. Я сниму одного из участников. Пришли себе по лесу. Установили. Mm-hmm.